Здравствуй, здравствуй. Амангелді Панбай, ассалам алейкум. Сатвалдай дегенше, ассалам алейкум. Қабыл жапа. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Айзат Рамбуловна, здрасте. Нагипа, здрасте. Здравствуйте. Не присутствует жена. А регистрируется не имеет права. А регистрируется тоже не имеет права. Я просто нахожусь визуально. Уважаемые коллеги, уважаемые артисты, сегодня у нас в Евразийском национальном университете будет проходить защита диссертации, поэтому, значит, мы присутствуем на очередном заседании диссертационного совета. Бүгін бізде Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразиялық университетінің биология білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау саласындағы диссертациялық кеңестің кезекті отырысы өтіп жатыр. Диссертациялық кеңестің барлық 8 мүшесі қатысып отыр. Участвует все 8 членов диссертационного совета. Четверо из них – это постоянные члены совета. Это Рахметкәлі Ескендірович Берсенбай, Масалимов Жақсылық Қайырбекович рядом со мной сидит. Слева от меня Ольга Владимировна Булгакова, ученый секретарь диссертационного совета. И, наверное, значит, можете потом увидеть, Николай Борисович Рубцов, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой патологии и генетики Новосибирского государственного университета, заведующий лабораторией. А вот он, значит, Николай Борисович, я вас приветствую. Да, значит... Добрый день всем. Да, я вас тоже приветствую. Я приветствую всех членов, которые сегодня участвуют онлайн, офлайн. И все 8 членов, из них четверо, я уже сказал, постоянный член диссертационного совета и четверо временные, как говорят у нас, значит, на каждую защиту, на каждую специальность мы приглашаем. Сегодня у нас, значит, члены диссертационного совета это Рамбакин Пабыл Жапарович, академик Национальной академии наук, профессор, директор главный Института биологии растений и биотехнологий. Солтабаева Евгелия Дәулетбекқызы, доктор PhD, ассоциированный профессор, значит, инструктор по биологии, жаратылыстану әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебі из Назарбаев университета. Жатаев Сатыбалды Адинеевич, доктор биологических наук, профессор агротехнического университета имени Сейфуллина. И Бектурова Айзат Джамбуловна. Она присутствует? Да, да, вот. Израиль. Она присутствует здесь. Доктор PhD, постдокторант в Израильском
университете Бар-Илан. Так что все члены совета присутствуют. Так что, поскольку все члены совета присутствуют, кворум имеется, какое будет предложение? Значит, участвуют не только члены диссертационного совета, но и два рецензента. Это Амангельда Куанбаевич Бисимбаев, академик Национальной академии наук, директор Института биотехнологии, проблем биологии, биотехнологии КАЗГУ имени Аль-Фараби. КАЗНУ имени Аль-Фараби, профессор кафедры молекулярной биологии и генетики. И Сапахова Закипа Бейсенна, доктор PhD, значит, заведующий лабораторией биотехнологии, да? Да, Института биотехнологии, проблем, Института биологии и биотехнологии растений Алматы. Так что все члены совета присутствуют, и мы можем, значит, с вашего разрешения открыть заседание диссертационного совета. Какое будет предложение? Открыть? Так, если нет возражений, тогда, значит, мы будем, значит, считать, что откроем работу диссертационного совета. Сразу хочу сказать, аннотация на трех языках всем членам совета, диссертационного совета, рецензентам были посланы за месяц. Николай Борисович, значит, на русском языке, у нас диссертация защищаться будет сегодня на русском, на казахском языке, но аннотация этой диссертации я специально проследил на всех трех языках, отправлена членам совета. Поэтому я думаю, что если будут вопросы, можно сейчас задать, если не получили по той или иной причине. Если получили, то, значит, мы можем начать. Значит, научный руководитель этой диссертации, рядом со мной сидит заведующий кафедрой биотехнологии, микробиологии Евразийского национального университета, кандидат биологических наук, доктор PhD Масалимов Жаслы Кайрбекович. Ну, вы знаете, что у нас еще есть зарубежный научный консультант. Это Алекс Шевченко, доктор PhD, профессор, значит, ассоциированный профессор Киевского университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Так что все члены, задействованные в подготовке, в обсуждении этой диссертации, присутствуют. Поэтому разрешите открыть работу диссертационного совета. Ну, прежде чем дать слово для изложения диссертации, разрешите дать слово ученому секретарю. К сожалению, она немножко приболела, вот он будет в маске. Поэтому принимайте ее. Пытайтесь услышать. Да, пытайтесь услышать. Я тоже один. Добрый день. Спасибо, что присоединились сегодня. Итак, разрешите наложить небольшую информацию касаемо докторанта и его документов. Сегодня мы заслушаем Иксак Нургуль Канатқызы. Это наш докторант по специальности 8D05107 биология. Нургуль у нас обучалась, соответственно, в докторантуре с 2019 по 2022 год. Успешно закончила. И, соответственно, результатом 19 публикаций по выдвигаемой теме диссертационной работы. Из них, соответственно, имеет место быть две публикации в журналах, находящихся в базах Web of Sciences Focus. И хотелось бы отметить журнал Phytopathology, который, соответственно, имеет второй квартир согласно базе Web of Science. Также, соответственно, докторант имеет 4 публикации в изданиях, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки.
Таким, ну, конечно, имеет очень большое количество материалов конференций, то есть работа была апробирована на 12 конференциях. Вот. Но имеет, что еще хотелось бы подчеркнуть, патент на полезную матрицу. То есть имеет место быть внедрение диссертации. Ну, то есть, как мы видим, соответственно, по результатам публикационной деятельности докторант будет соответствовать требованиям, которые наблюдаются согласно положению о присуждении степени PhD. Докторантам были предоставлены следующие документы. Ну, в первую очередь, список, соответственно, трудов, о которых я сейчас говорила, оттиски соответствующие публикации по тематике исследований, положительные отзывы от научного консультанта, зарубежного научного консультанта, положительное заключение кафедры о том, что эта данная работа рекомендуется для чтения, справка об отсутствии заимствований, так называемая справка антиплагиат, отсутствие заимствований, сведения о докторанте, транскрипт о том, что освоено соответствует все курсы, которые предусмотрены в докторантуре, личный листок по этому делу кадров, и, соответственно, заявление вот на имя ректора в наш диссертационный совет для рассмотрения. Мы также получили как бы, рецензии наших уважаемых рецензентов и вовремя разместили их на сайте. Все указанные документы также находятся на сайте Евразийского национального университета в разделе диссертационные советы, где вы с ними можете ознакомиться. И также вы можете ознакомиться с диссертационной работой и аннотациями для трудовиках, как говорил Рафаэль Корреспондович, в русском, казахском и английском по соответствующей работе. Таким образом, соответственно, документы перечень соответствует полностью требованиям положения присутствия степени и положения в диссертационном совете Евразийского национального университета. Если у вас есть какие-то вопросы, то вот отвечу. Спасибо за внимание. Так, пожалуйста, если есть вопросы. Есть вопросы? Ольга Владимировна, вас все берегут, поэтому значит, вопросов нет. Давайте дадим слово, значит, для излагания основных положений диссертационной работы. Диссертантки. Да, Нургуль Никфатовна, пожалуйста. Арасында қазақша орып тұрып айтып, жаңағы түсінетінде жеткіз жеңіз қаба. Значит, она кісі особенно. Құрметті диссертация кеңес мұқтырағызы, Біз жүріптарға қарсы өзінде өсімдіктерін жаңа линияларын жасау кезінде қолдана аламыз. Бұл негізгі идеясы CRISPR-Cas жүйесін өсімдіктерін жасушаларына оптимизациялап, РНК вирустарының атап айтқанда мен жұмысында бұл томаты бұлшыстан вирусының геномын деградацияға ұшырау униформы қамтамасыз ету болып табылады. Жалпы бұл зерттеу тақырыбы қазіргі уақытта Қазақстанда зерттелмеген және жүйесінің тиімділігін температуралық модуляция мен РНК интерференцияның супрессор ақуызы, яғни PL9-пен бірге фототрансформациялау жалпы зерттелмеген. Бұл диссертациялық жұмыстың мақсаты ол РНК вирустары мен өсімдіктердің өзара әрекеттесу механизмдеріндегі CRISPR-Cas10 жүйесін реттелуін зерттеу және тиімділігін бақылау болып табылады. Мақсатқа жету үшін керекті міндеттер қойылды.
Бірінші бұл өзіндік жасушаларында экспрессиялануға мүмкіндік беретін CRISPR-Cas жүйесін бастау. Екінші, CRISPR-Cas жүйесін пайдалану кезінде CBC-дің импланта сайлентингін зерттеу. Үшінші, CRISPR-Cas жүйесін вирустік РНХ-ға мақсатты бағдарланған әртүрлі CRISPR-лық РНХ-ларды өзара қабылдыру. Төртінші, вирустық инфекцияның өсімдік микроорганизмдарына әсерін зерттеу. Бесінші, векторлардың тиімділігін арттыру мақсатында клон-клон алгоритмін бағытталған код трансформациясының әсерін зерттеу. Және алтыншы, CRISPR-Cas жүйесінің экспрессиясын арттыру мақсатында титраторлық әсердің тиімділігін анықтау. Міндеттерді жүзеге асыру үшін келесі тәжірибеге дизайн жасалынды. Бірінші, бұл CRISPR-Cas жүйесін өсімдіктердің жасушаларына оптимизациялау үшін инферика дизайн жасалды, яғни биоинформатикалық талдаулар. Әрі қарай бұл құрылымды өсімдіктерге, яғни Гекатиана Бентониана өсімдігіне агробактериялар GV3101 штаммымен инфильтрациялап, вирустық материал, яғни жабайы типті TBC мен оның мутанттарымен коинокуляциялау жүрді, және алынған үлгілерге молекулалық талдаулар жүргізу. Бұл зерттеу Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінен 2023 жылдары гранты қаржыландыру шеңберінде Евразия ұлттық университетінің Рүстем Омаров атындағы өсімдіктер биотехнологиясының ғылыми зертханасында орын алды. Жүргізілген тәжірибелер негізінде келесідей нәтижелер алды. Ол бірінші эджин және жүйелі биология EC1913 және GW7 плазмидалары электропаразы арқылы трансформациялап көбейтілді. Әрі қарай бұл плазмидалар LRD2 рекомбинационды клондау жұмыстырады. Нәтижесінде бинарлық векторға FCAS13A-ның HDNK-сы клондалды. Енді келесідей бұл CAS13-тің белсенділеуін жасау үшін біз CRISPR-лық RNA-ның инсилика дизайнын жасадық. CRISPR-лық RNA-лардың, яғни CAS13-тің нысанасы ретінде wild-type TBC мен оның мутанттарының геномдық реплексері қолданылды. Бірінші жағдайда RNA интерференцияның көмегімен болған процессорлық ақуызының консервативті ең жоғары консервативті бар үш аймағы қолданылды. Бұл болашақ перспективада бұл CRISPR-лық RNA-ларды тонус вирус тобына жататын барлық вирустарға қолдануға мүмкіндік береді. Екінші нысана ретінде wild-type TBC-дің мутанты RMJ1-дегі GFP ақуызына CRISPR-лық RNA-лардың дизайны жасалынды. Бұл RMJ1 мутанттағы wild-type TBC-дің CRISPR капсидті ақуызына GFP репортерлық ақуызы кірістірілген. Және осы екі CRISPR-лық RNA-лардың, яғни геномдық реплексияның кеңістіктегі екінші реттік құрылымы болжау үшін RNA fold алгоритмі және бұл CRISPR-лық RNA-лардың өзара өзінің нысаналарымен комплементарлы байланыс түзілуі түзілуімен анықтау үшін CRISPR-ді бағдарламасы қолданылды. Нәтижесінде клондауы және GFP-ге қарсы комплементарлығы ең жоғары екі CRISPR-лық RNA, сонымен қатар бақылау CRISPR-лық RNA-сы ретінде бір беспецификалық RNA қатысушы. Кейін бұл CRISPR-лық RNA-лар CD8 промотор бақылауында cDNK ретінде олигомерлер ретінде синтезделінді. Әрі қарай бұл CRISPR-лық RNA нысана және CAS13-тің арасындағы өзара комплексін, яғни кешеннің түзілуін анықтау үшін классикалық әдіс сүйектілік фазалық бөліну, яғни LLP қолданылды. Бұл зерттеу нәтижесінде бақылау беспецификалық CRISPR-лық RNA-лармен қарағанда GFP және PM9-ға қарсы бағытталған CRISPR-лық RNA-лардың өзарамен және CAS13-пен бірге комплекс құрылғаны анықталды. Жалпы бұл әдіс LLP әдісі ол CRISPR-Cas13-тің коллатеральды белсенділігіне негізделген. Әрі қарай құрастырылған құрылымды біз 30 күндік Гекатиана Бентониана өсімдіктеріне GV3101 транзиентті экспрессияладық және алынған нәтижелерде барлық үлгілерде CAS13 шақуысының экспрессиясыны анықталды. Әрі қарай CRISPR-Cas13 жүйесін пайдалану кезінде ең алдымен вирустық материал дайындалды. Біздің негізгі объектісі ол томатос вирус, ол бір тізбекті оң полярлы
РНК молекуласы болып табылады. Онымен жұмыс жасау үшін біз бұл вирустың геномын P19 плазмидатына кірістірді, яғни легерледі. Әрі қарай wild type TBC бар плазмиданы біз SMA1 рестриктазымен оқшаулап, in vitro транскрипция қолданды. Синтезделген in vitro транскриптер арқылы біз никотиана бентамиана өсімдіктерін инокуляцияладық, және 7 DPI-дан соң, яғни DPI деп тұрғанымыз, бұл өсімдіктерді инокуляциялаудан кейінгі уақыт қой. Сол 7 DPI-дан соң біз өсімдіктердің локальды және жүйелік жапырақтарын алып, вирустық бөлшектердің препаративті дозасы ретінде аффинді хроматографияда қолдандық, және әрі қарай бұл үлгілерді біз P41 капсидті қозу үшін экспрессалдау, және P19-а қарсы біріншілік антиделерді қолдану арқылы біз тұрғылау дәліктеріне қолдандық. Бұл не үшін қажет? Бұл жаңағы вирустық бөлшектердің бұл өсімдіктер барлығын анықтау үшін. Әрі қарай вирустық материал дайындалып болғаннан кейін CRISPR-Cas13 жүйесін экспрессиялайтын никотиана бентамиана өсімдіктері P19-ға қарсы CRISPR-лық РНК-лармен және вирустық, яғни жабайы типті вируспен ойнатылды. Есінде 5 DPI-дан алынған үлгілер бұл нәтижесінде CRISPR-Cas жүйесі бар кездегі барлық үлгілерде сұлықтығымыздың дефектаранбауы анықталды. Соның нәтижесінде біз CRISPR-Cas13 жүйесінің TB3 вирусын танып, сәтті тежеуін көрсетті. Әрі қарай CRISPR жүйесінде қолданылатын әртүрлі CRISPR-лық РНК-лардың өзара реттіліктерін салыстыру үшін біз никотиана бентамиана өсімдіктерін wild type TBC-дің мутанты түрімен және жүйекпенмен P19-ға қарсы бағытталған CRISPR-лармен жеке жеке коинокуляциялады. Соның нәтижесінде сал және тек қана таза RMJ1 мутантымен инокуляцияланған өсімдіктермен салыстырғанда GFP және P19-ға қарсы бағытталған CRISPR-лық РНК-ларды қолданған кездегі жаңағы GFP титрлерінің, яғни RMJ1-дегі репортерлық ақуызының төменгі, яғни жалпы жоқ титрлерін анықтадық. Сонымен қатар P19-ға қарсы бағытталған CRISPR-лық РНК-лар GFP-ке бағытталған CRISPR-лық РНК-ларға қарағанда жаңағы вирустардың ең төменгі титрін беретіні анықталды. Кейін біз осы CRISPR-Cas жүйесі бар кездегі қысқа интерференциялық РНК және P19-ға байланысты анықтау үшін біз никотиана бентамиана өсімдіктерін wild type TBC-дің әртүрлі мутанттарымен жаңағы инокуляцияладық, және CRISPR-Cas жүйесі бар кездегі барлық вирустық үлгілерде TBC-мен ассоциирленген қысқа интерференциялық РНК-лардың ең төменгі пулын анықтады. Сонымен қатар жалпы вирустар өсімдіктердің кез келген қорғаныштық стратегиясына жауап ретінде тез эволюцияға ұшырайды, және қазіргі уақытта гемениверида және каулиниверида сияқты ДНК вирустары CRISPR-Cas9 технологиясына өзінің жаңағы арнайы белоктарды қоттап төтеп бере алды. Сол себепті осындай мәселелерді CRISPR-Cas13 жүйесін қолданған кезде алдын ала шешу үшін біз жалпы топпен бұл CRISPR-Cas13 жүйесін өсімдіктердің өзіне жаңағы қарай бағыттауға тырыстық. Атап айтқанда кейбір өсімдіктердің микро-РНК-лары, атап айтқанда MIR-162 мен 168, олар вирустық инфекция кезінде өзінің экспрессиясын жоғарылатып, РНК интерференцияның риск комплексіне қатысатын органах және дайсер белоктарын конкурентті түрде байланыстырып, жаңағы вирустық инфекцияның таралуына ықпалын тигізеді, және дәл солай олар РНК интерференцияның негативті регуляциясын қамтамасыз етеді. Сол себепті біз осы CRISPR-Cas13 технологиясын MIR-162 мен 168-де қарай бағыттадық, және келесідей нәтижелер алдық. MIR-162 салыстырмалы экспрессия деңгейі бақылау өсімдіктермен салыстырғанда барлық вирустық инфекция кезіндегі үлгілерде 2 есе жоғары екенін көрсетсе, CRISPR-Cas13 жүйесі бар кезде бақылау өсімдіктермен салыстырғанда айтарлықтай айырмашылықтарды көрсетпеді. Дәл сондай көрініс MIR-168-бен де болды. Сонымен қатар біз MIR-162 мен 168-дің салыстырмалы деңгейі wild type TBC мен оның мутанттары арасындағы өзара жаңағы байланысты анықтау үшін
тағы зерттеулер жүргіздік және келесі дейін нәтижелер алдық. Ол мирджиталық белгінің салыстырмалы экспрессия деңгейі Дельта P19 бен салыстырғанда, Wild-type TBC-да 2 есе жоғары болса, RMJ1-мен салыстырғанда айтарлықты айырмашылықтарды көрсетпеді. Сонымен қатар, MIO-168-дің салыстырмалы экспрессия деңгейі Wild-type TBC мен RMJ1-де Дельта P19-ға қарағанда 1.9 есе жоғары болды. Сонымен қатар, біздің келесі міндетте біз осы CRISPR-Cas жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында РНК интерференцияның процессорлық ақуызы P19 бен бірге контрансформациялауды шешті. Неге десеңіз, себебі кез келген рекомбинантты ақуыздың жаңағы өсімдіктерде экспрессиясын қамтамасыз ету үшін өсімдіктердің қорғаныштық иммунитеті РНК интерференция кез келген экзогенді затты жаңағы оның экспрессиясын төмендетеді. Сол себепті жаңағы жалпы әлемде көп қолданылатын супрессорлық ақуыздардың бірі P19 да дәл солай қолдануға шешті. Және бұл тапсырманы орындау үшін біз жаңа конструкция құрастырдық. Бұл конструкция ПКМБ-2300 негізінде RMJ1-дің генетикалық материалын сол ПКМБ-ға рестрикция және легирену арқылы кірістірді. Және никотиана бентамиана өсімдіктерін жаңадан құрастырылған вирустық конструкциямен ПКМБ-2300 негізіндегі P19 генімен бірге контрансформацияладық. Және зерттеу нәтижесінде P19-мен бірге трансформацияларда фактордың яғни рекомбинантты ақуыздың ең жоғары деңгейін анықтадық. Келесіде біз CRISPR-Cas экспрессиясын одан әрі тиімділігін орнату үшін біз температуралық модуляция жасадық. Атап айтқанда біз CRISPR-Cas жүйесін экспрессиялайтын өсімдіктерді үш температуралық өңдеуден өткіздік. Ол бірінші 30, 37 және 40 градус температураларда болды. Дегенмен 40 градус ол өсімдіктердің терофенотиптік көріністерін көрсетсе, ал 30 градус бақылау өсімдіктерімен айырмашылықтарды көрсетсе, біз оптимальды, яғни оңтайлы температура ретінде 37 градус салдық. Сонымен қатар бұл температураны алудың себебі жалпы қасылыныш ақуызы ол литотрихия шайхи микроорганизмінен алынған. Бұл бактериялардың оптимальды өсу температурасы 37 градус болғандықтан біз осы өсімдіктерді бұндай температурада стресстесек бактериялық белоктың жаңағы тиімділігін жоғарылатады деген болжамға келді. Және келесі дейін нәтижелер алдық. Ол бақылау және вирустық инфекциясы бар барлық үлгілермен салыстырғанда 37 градуспен модуляцияланған үлгілерде рекомбинантты ақуыздың яғни қасылынышын ең жоғары деңгейін алдық. Сонымен қатар бұл температураны енді ол қасылынышке жақсы дегенмен өсімдіктерге қалай әсер ететінін анықтау үшін яғни оның оксидативтік статусын анықтау үшін біз аллелит оксидазаның өсімдіктерін анықтадық. Және бұл бес зерттеу нәтижесінде барлық вирусы бар инфекциялық үлгілерде аллелит оксидазаның үшінші изоформасының белсенділігі анықталды. Дегенмен P19-мен бірге трансформацияланған үлгілерде аллелит оксидазаның салыстырмалы интенсивтілігі, қарқындылығы басқа үлгілермен салыстырғанда сәл жоғары болса, CRISPR-Cas жүйесі бар кезде аллелит оксидаза 3-тің изоформасының сәл экспрессиясын төмендегенін анықтаймыз. Бұл жалпы аллелит оксидаза 3-тің РНК интерференцияның супрессорлық ақуызы ПМТ-ға қарсы жауап ретінде белсенділеді деген болжамға келуге болады. Сонымен қатар біз 8 оксиломинге де эксперименті талдау жасадық және алынған нәтижесінде P19-мен бірге трансформацияланған үлгілерде басқа үлгілермен салыстырғанда айтарлықтай айырмашылықты көрсетпеді. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде біз яғни CRISPR-Cas13-тің тиімділігін температуралық модуляциямен P19-мен контрансформациялау негізінде арнайы жұмыс модельді құрдық. Бұл жұмыс моделі негізінде егер де біз P19 супрессорлық ақуызымен трансформацияланған кезде өсімдіктердің РНК интерференциясын сәл тежеп, сонымен қатар температуралық модуляция кезінде CRISPR-Cas13 ақуызының экспрессиясын жоғарылату нәтижесінде ол жаңағы біздің TBC және оның мутанттарының деградациясын одан жақсырақ анықталды. Бұл деректер жалпы
вирустарға қарсы жаңа стратегияларды қолдану үшін, сонымен қатар вирустарға қарсы төзімді өсімдіктердің линияларын алуға мүмкіндік береді. Және бұл жұмыстың коммерциялардың жоғары потенциалын ғана көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар ол өзінің жалғасын тапты. Атап айтқанда 2023-2025 жылдарға арналған шанс алым гранты қаржыландыру мен ғылыми техникалық бағдарламалардың шеңберіндегі бір тапсырмаға негіз болды. Сонымен қатар мен өзім аға оқытушы болғандықтан бұл өзімнің зерттеу жұмыстарымды және алынған үйреніп алған әдістерімді өсімдіктер биотехнологиясы мен микробиологиясын оқу бағдарламаларын студенттеріне де үйретіп жатырмын. Алынған зерттеудің нәтижесінде келесідей қорытындылар алынды. Біріншісі, ол вайнатай тибиси мен оның мутанттарына қатысты өсімдік жасушаларында оптимизацияланған CRISPR Cas құрылымы жасалды. Сонымен қатар никотиана мен тимиана өсімдігінде экспрессияланатын CRISPR Cas жүйесін тибиси және оның мутанттарына импланта бағытталуы жүргізілді. Нәтижесінде 19 ақуыздың қысқа интерференциялық байланысу қасиеттері анықталды. Мүшеге дәлелдер әсері анықталды. Сонымен қатар вирустық РНК-ға бағытталған әртүрлі присерлардың өзара әсері анықталынды және соның нәтижесінде 19-ға қарсы бағытталған присерлық РНК-лар жиіліктіге қарсы бағытталған присерлық РНК-ға қарағанда айтарлықтай өзінің жоғары көрсеткішін береді. Сонымен қатар 19 супрасылық ақуызының биологиялық контексте өсімдіктердің микроРНК функциясына әсері зерттелінді. Және 5-ші векторлардың тиімділігін арттыру мақсатында біз өсімдіктерді 19 ақуызының бағытталған фототрансформациясын шалшаттық. Алынған деректер негізінде өсімдіктерде РНК интерференция мен CRISPR Cas9 арасындағы функционалдық өзара әрекеттестіктің жұмыс моделі құрылды. Және 6-ші өсімдіктерде экспрессияланатын және зерттеу жұмысының нәтижелері 19 басқа да жарияланды. Және алғыс айтамын мен. Основные положения, которые вы выдвигаете на изложить на русском языке. Пожалуйста, я вот все 5 положений у вас до вывести не получится, да? На русском языке не получится. Сразу на ходу переведем. Давайте тогда, значит, варварам дурстаткам на русском языке скажите, пожалуйста. А в ходе полученных результатов были получены следующие. Прямо по каждому пункту. Следующие выводы. Первое, это мы оптимизировали CRISPR-Cas13 систему для растительных клеток, и мы провели биоинформатический анализ, в ходе которого мы выявили дизайн CRISPR-ДНК, направленных на wild-type TBC и его мутанта RG1. Далее мы направили эту систему CRISPR-Cas13 на вирусный материал в никотиане бентамиана и получили следующие выводы. Это то, что CRISPR-ные РНК, направленные на P19 супрессорный белок РНК-интерференции, дает более низкий титр вирусных частиц по сравнению с CRISPR-ными РНК, которые были направлены на флуоресцентный белок GFP, который есть в мутантах. Далее мы в биологическом контексте посмотрели относительную экспрессию растительных микро-РНК при вирусной инфекции, потому что некоторые растительные микро-РНК, они негативно регулируют РНК-интерференцию таким образом, что белки есть органаф и дайсер, которые вовлечены в образование риск-комплекс, они конкурентно связывают микро-РНК 168 и 162, поэтому они негативно регулируют механизм РНК-интерференции и тем самым повышают вирусную инфекцию. И поэтому мы решили направить CRISPR-Cas13 систему на эти два вида микро-РНК. Почему? Потому что вирусы растения, они очень быстро эволюционируют и могут адаптироваться и обходить различные вирусные стратегии, если мы будем направлять эту CRISPR-систему только на сам вирус. Поэтому мы направили их на микро-РНК, которые повышают экспрессию вируса. Далее мы
Чтобы повысить эффективность CRISPR-Cas13 системы, мы попытались кортрансформировать, вместе агроинфильтрировать вместе с упрессорным белком P19. Почему? Потому что любые экзогенные вещества, когда попадают в растения, они всегда ингибируют РНК-инфильтрацию, поэтому мы решили немножко понизить механизм РНК-инфильтрации за счет P19 белка. При ходе полученных результатов мы увидели, что в растениях, где идет вместе ко-трансформация CRISPR-Cas13 системы вместе с P19, очень низкий титр вирусных частиц. Далее, чтобы еще больше повысить эффективность CRISPR-Cas13 системы в эукариотических растительных клетках, мы использовали температурную модуляцию, а именно стрессовали растения, экспрессирующие CRISPR-Cas13 систему при 37 градусах, что показало нам действительно, что при модулировании такой температуры повышается экспрессия данного рекомбинантного белка. В ходе полученных результатов мы получили рабочую модель, которая связана вместе с РНК-интерференцией и с CRISPR-Cas-технологией, которую, в принципе, можно будет в дальнейшем использовать для прикладных исследований. Спасибо. Так, пожалуйста, теперь вопросы. Сурахтан Зварвалса, пожалуйста. Так, пожалуйста, у кого есть вопрос? Вот если вы не возражаете, я хотел бы уточнить одну вещь. Да-да-да, Николай Борисович, пожалуйста. А вот как раз в шестом положении говорится о том, что разработана методика, приводящая к повышению эффективности работы CRISPR-системы. Но обычно, так скажем, когда вы повышаете эффективность работы вот этих белков, то увеличивается и офтагет эффект. Вы смотрели это? Или, в принципе, для вас в данной конкретной ситуации это не так существенно? Спасибо за вопрос. Ответ будет следующий. То, что в отличие от других систем CRISPR, то есть CRISPR-Cas13, он целенаправленно, только если у него есть комплементарность 100%, только тогда он может каким-то образом работать. Что касается других систем, 9, 12, 14 и так далее, у них, если есть хоть один нуклеотидный соответствие, они, в принципе, могут комплементарно связываться и активизироваться. Что касается системы CRISPR-Cas13, у него не может быть никаких офтаргетов, потому что вот эти все 26 нуклеотидов, с которыми она образует комплементарную связь, она должна быть 100%. Вот. Хорошо, я просто хотел спросить, а вы это проверяли в данной вашей системе? А каким? Да, мы проверяли, получается, у нас до сих пор проходит исследование. Вот в рамках до 2025 года мы будем еще в дальнейшем проводить данные исследования и проверять полностью то, что вот эта наша оптимизация, каким образом она влияет в целом весь организм Липитяна-Бентамиана и может ли давать нам эффективные последствия для этого, если мы будем направлять. То есть вот до настоящего времени пока это еще не сделали. Да, у нас проводятся только фундаментальные исследования, то есть наработки первые, немножко чупыми, все так, что помогло. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо, очень интересная работа, Нургуль. Я хотела спросить, насколько вы считаете, предложенная вами система будет applicable, может быть стандартизирована на подобные, может быть, есть какая-то группа вирусов, которая действует точно так же? Эту систему, в принципе, можно будет оптимизировать, как я ранее говорила, делали интеллектоанализы и конструировали фиксированные РНК, таким образом, мы проверяли, получается, выбирали именно конфигуративные последовательности, которые, в принципе, в ходе эволюции вирусов, они никогда не меняются, и поэтому эти РНК, направленные на вот эту консервативную последовательность, в принципе, в перспективе можно будет использовать на все тромбус вирусы, у которых есть супрессорный белок конференции P19, что будет говорить о том, что спектр, в принципе, повышается же не только для CPT. Спасибо. Так, тогда Сурахтан Зварвалса, еще, пожалуйста, вопросы. Берите вот это там, чтобы люди видели. Ну, кем бы Сурахтан? Нургуль Нурханатқызы, өте керемет бағдарлама.
баяндама жасадыңыз, рахмет. Мен бір сұрағым бар еді. Вот CRISPR-Cas9-ға қарағанда, алло, естіліп жатыр ма? Иә. CRISPR-Cas9 құрылымына қарағанда, сіз өзіңіздің жұмысыңызда негізінен CRISPR-Cas13-ті қолдандыңыз. Со, негізгі қандай айырмашылықтары бар? CRISPR-Cas9 ол жүйе негізінен ДНК реплектеріне бағытталған, және ал CRISPR-Cas13 ол тек қана бір тізбекті РНК молекулаларын тануға бағытталған. Негізінен менің жаңағы зерттеу объектім томато бушистант вирус ол РНК бір тізбекті РНК молекуласы болғандықтан логикалық түрде мен осындай оңай жолмен тек қана CRISPR-Cas13 жүйесін қолдануға шештім. Сондай соны шештім жаңағы CRISPR-Cas13 жүйесін қолдану үшін. Басты айырмашылықтары ол жаңағы CRISPR-Cas13 ол тек қана бір тізбекті РНК молекуласымен комплементарлы байланыс түзейді. Сонымен қатар олардың жаңағы танылу аймағы Cas9-да құрам болса, Cas13-те ол клипер, және ол строго тек қана қатаң түрде 100% комплементарлы болу керек. Сонымен қатар ол прокариоттардық клеткаларда CRISPR-Cas13 технологиясы ол жаңағы коллатеральды белсенділікке ие, яғни ол деп тұрғанымыз бір рет қана өзінің CRISPR-лық РНК-сымен ұстанасымен комплементарлық комплекс түзіп нуклеазды өзінің кеңістіктегі құрылымын өзгерту арқылы жаңағы РНК молекуласының деградацияға ұшырағаннан кейін ол жаңағы ортадағы цитоплазмадағы циркулирующий РНК бар емес па, сол бүкіл РНК-ларды тесіп тастайды жаңағы комплементарлы байланыссыз. Дегенмен бұл белсенділік, коллатеральды белсенділік ол тек қана прокариоттарға тән. Жалпы зерттеушілер әлемде бұл белсенділік эукариоттардың клеткаласында бар ма жоқ па соны анықтау үшін күріштің протопластарында, сонымен қатар насекомдардың клеткаларында жасаған кезде ондай бағдарланған клеткалық өлімнің жоқ екендігін анықтады. Сонымен қатар өсімдіктердің вирустары олар CRISPR-Cas9 жүйесіне жаңағы төтеп беруге үйренді. Жаңағы мен айтып кеткендей каулиневирида және деминевирида тектес өкілдердің ең үлкендер ДНК вирустары өсімдіктердің соларға төтеп беруге үйренді. Сол себепті жаңа CRISPR-Cas технологиясының өкілдерін, яғни Cas9-ның атологтарын таңдау өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сонымен қатар жаңағы Cas9-да ол ДНК деңгейінде жұмыс істегендіктен ол сол жерде кетіп тұрса да ол жаңағы транскрипт дегенде жаңағы қалған қалдықтар олар вирустардың әртүрлі изоформаларын дефектный вирусный частицы могут создать, және олар жаңағы вирустық инфекция тудыруы мүмкін. Ал CRISPR-Cas13 технологиясы ол ДНК деңгейінде емес, тек қана РНК деңгейінде транскриптерді кетіп тастағандықтан біз байыз жұмыс істей алады деп. Рахмет. Кейін екінші сұрағым былай еді. Сіз диссертацияңыздың соңында мынау құрылымдарының несін көрсетіпсіз. Сонда мынау Cas13a қанша нуклеотидтен құрылған екен? 28 нуклеотид. Дегенмен ол 28 нуклеотид ол функционалмен комплементарлы стандарт. Сонымен қатар CRISPR-Cas13 РНК-ның өзінің Cas13-тегі нук деген данный бар, сонымен байланысу үшін оған репитер үшін қайталамалар керек, және бұл қайталамалар шпилька түзеді. Сол себепті жаңағы біз CRISPR-лық РНК-ларды қолданатын кезде жалпы саны 76 нуклеотид болу керек. Рахмет. Кейін үшінші сұрағым ақырғы. Мына диссертацияңызда сіздің әдебиеттеріңіз 120-ға жақын әдебиеттен сілтеме беріпсіз. 100% бәрі ағылшын тілінде екен. Орыс тілінде жоқ, қазақ тілінде мақалалар жоқ па бұл салада деп отырмын. Сол сұраққа жауап бере аласыз ба? Рахмет. Дегенмен ағылшын тілінде мақалалар болғанымен бұл жақта біздің отандық және Ресейдің авторларының да мақалалары бар. Тек қана ағылшын тілінде. Рахмет. Атвал Владимирович, я хочу добавить к этому вашему вопросу относительно вот ваша работа, вы говорите, фундаментальная, это значит модуляция различными видами, в конечном счете для использования
прикладных целях для придания устойчивости, правильно? Да. Если так, то какие вы знаете работы ученых в ближнем зарубежье, меня интересует ближний зарубежье, значит, которые вот что-то уже сделали в прикладном аспекте уже, значит, у вас давно идет работа. Айтала Сынбасонжа, вопрос не подавал Дадинеевича, как раз, по-видимому, связан тоже с этим, значит, с Дегалер, Басталар, Нистерлингенджа, какие работы вы можете? Бахазакшай, дорогой, Ортаудар, судим. Или Бердин Оршай. Значит, были проведены очень много исследований касательно экспресс-трансфертной технологии. На данный момент ее очень активно используют в изучении экспресс-генов в прокариотических системах. Но помимо этого, сейчас в университете Кинабула Юниверсити они используют данные CRISPR-Cas13 технологию против РНК-вирусов также. Что касается нашего ближнего зарубежья, у нас есть Институт биологии и технологии растений в Алма-Ате, который также реализуется программа целевое финансирование, в котором разные группы из Казахстана ученых, они пытаются создать вот такие системы, там касательно 5, 12 и вот как раз 13 на вирусы картофеля, и также можно будет ее использовать в BSV-систему в качестве вектора для доставки 29 белков в растения непосредственно. Что касается Российской Федерации, у них также проводятся исследования, в основном у них идут биоинформатического направления, то есть они создают новые крисперные РНК, дизайны, также есть ученые знаменитые Шмаков, которые как раз таки с помощью таких анализов он... И он работает? Вот я не вспомню, где он работает. Да, но они, получается, открывают новые ортологи КАЗ-белков, которые уже в последний момент были открыты, то, что есть такие CRISPR-Cas, точнее, Cas-белки, которые направляются не только на ДНК, но и вместе не на РНК, и таким образом они работают на уровне генома и на уровне транскрипта, на двух уровнях работы. Поэтому сейчас эта тема очень актуальна, и с каждым днем происходят новые исследования и публикации публикуются. В Казахстане также есть Национальный центр биотехнологии. Там они используют CRISPR-Cas9 систему для повышения продуктивности картофеля. Хорошо. Так, пожалуйста, вопросы. Колково. Колково. А, Колково, да. Санкт-Петербург. Новосибирск. Не знаете? В Новосибирском государственном университете, так как у них очень сильно развито, мы вот каждый год ездим на конференции Планжи, соответственно, у них геномная биология, биоинформатика очень сильно развита, и у них проходят, скорее всего, такие исследования биофизические. Вы конкретно не можете сказать. Так, пожалуйста, еще есть вопросы? Нет вопросов? Микроэрнканы синтезируют.
конкретно мен 168, 162 микроренкалар. Все интерференциалоушы ренкалар. Экспрессиясын зерттедім, микроренке 168, 162. Амангелді Куанбайшы, тут немного звук пропадает, можете еще раз повторить? Да, да. Пропадает, да? Вот микроренка 162 деген бар, қарадыңыз, 168 деп қарадыңыз. Сол микроренкалар мен түсінбедім, жалпы микроренка тұрақтарды, 168 микроренка, 168, сол күнісінің геномдық ренкасының трансляциясын тежейтін ренкалар ма, жоқ па деп сұрадым. Жоқ, олар микроренка 168 бір түрі, және 168 бір түрі, олар вирустық инфекцияны тежемейді. Олар керісінше оған көмектеседі, сол себепті біз CRISPR-Cas9 технологиясын сол екі микроренкаға тежедік. Вирусқа емес, сол екі микроренкаға ғана тежедік. Жақсы, енді түсінікті, жақсы. Екінші сұрақ, дигитоксидаза мен жаңағы сіздің жаңағы алған трансгенді өсімдіктердің CRISPR-дің бір бірінен қандай байланысы бар? Дигитоксидазада көрсетті, дигитоксидазаның изоформалары түседі де, үшінші изоформасы керісінше тежеледі. Екеуінің арасында қандай байланыс бар деген сұрақ? Жалпы бекітілген экзогендік стресс кезінде өсімдіктерде оксидативті статусы өзгереді. Сол нәтижесінде бұл оксидативті статусқа жауап беретін әртүрлі ферменттердің белсенділігі жауап ретінде жүреді. Және біз осы жұмыста дигитоксидаза ферментінің қосымша жаңағы міндет ретінде қарастырдық. Ол жаңағы Кас-13-тің температура мен модуляция кезіндегі оксидативті статус өсімдікте қандай болады, жалпы соны анықтау үшін дигитоксидазаның ферментінің белсенділігін анықтадық. Және Кас-13-ті қолданған кезде COVID-19-ға қарсы белсенділетін дигитоксидаза 3-тің жаңағы салыстырмалы интенсивтілігі төмен екенін анықтадық. Яғни вирустық инфекция тежелген кезде өсімдіктердің оксидативті статусы қалпына келеді деген тұжырымға келдік. Жақсы, жақсы. Бірақ механизмі түсініксіз, да, әлгінге дейін? Неге олай болады? Оны зерттейміз де, әлгінге. Жақсы, рахмет. Рахмет. Ал енді сұрақтарыңыз бар ма? Пожалуйста. Тағы да. Конструкция, она внедряется в геном растений? Нет. Она не внедряется в геном растения, но она попадает в ядро, а далее там экспрессируется и переходит обратно для трансляции в цитоплазму, где наш вирус есть. Это получается, следующее поколение этого растения не имеет. Да, у нас пока происходит транзиентная экспрессия, для которой в будущем мы сможем сделать трансляцию. В дизайне для дизайна, что была основа, любую последовательность ты могла сделать или определенная была не только, я поняла, что консервативный участок, да, но помимо есть ли там, помимо этого, другие параметры, которые ты учитывала? Да, мы использовали следующие параметры. Это, конечно же, процент гуанин-цитозинового состава, а также мы смотрели, чтобы не было он-таргетов, то есть мы делали поиск для того, чтобы выбранные наши для CRISPR РНК, их не было в самом растении никотиновом. Да. То есть мы выбирали те участки, у которых меньше шпилек. Так, Нургулгүл, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Жоқ болса, ары қарай онда жалғастырайық. Нету вопросов больше. Тогда слово предоставляется ғылыми кеңесші Масалимов Жақсылық Қайырбековичке. Здравствуйте. Я являюсь научным руководителем Нургулгүл Нурханова Саиксат, но сразу хочу сказать, что я являюсь вторым руководителем, так как первым руководителем был Русен Тагенович Омаров,
Вот. И Нургуль начала работу вместе с ним, как раз были когда определены и основная цель, и задачи. Сразу хочу сказать, действительно, это очень интересная тема, это редкая тема, по крайней мере, для Казахстана это точно редкая тема. Даже сейчас, когда ответили на вопросы, что в области, которая, в принципе, уже даже расширяется, да, так как есть CRISPR-Cas и 9-я система, и 10-я система, и 12-я система, и 13-я система, тем более, что они еще расширяются внутри себя, так как есть подтипы вот эти, да, вот первого, второго класса, где вектор действительно был выбран как бы объект взаимодействия растений и вируса, и особенность этой CRISPR-Cas 13 системы в том, что имеет представлять собой как бы одиночный эффект. То есть действительно Cas-белок 13, он, скажем так, действительно, он не воздействует на одноцепочный РНК, вот как Нургуль сказала, и это особенность, почему это интересно, потому что большинство, ну, если подавляющее большинство вирусов растений одноцепочные РНК-вирусы. Поэтому этим как раз таки и обуславливается интерес к этой системе и в какой-то мере и новизна. И новизна в этом заключается в том, что то, что раньше существовала РНК-интерференция, вот, и то, что эволюционно все-таки взаимодействие вирусов и растений, оно как вечный бой за жизнь, да, то есть и вирусы хотят быть, и растения хотят быть. То есть каждый, если один делает одну свою оружие, другой делает для него противодействие. Следующий пытается обойти это противодействие. Ну, и вот такая вещь, она идет. И, в принципе, CRISPR-Cas 13 система, то есть та система, которая является орфологом от бактерии, которая была обнаружена еще, ну, началось это вот от японских авторов, Дудной было, скажем так, применено впервые. Вот. Это, она получила хорошее продолжение, и действительно, Cas 13 система для растений, для, точнее, противодействия вирусной атаки растительных растений, оно является, я считаю, довольно оптимальным. Тем более, что данная в какой-то мере эта терапия, она позволяет не затрагивать сам геном вируса, да, то есть это позволяет обойти, скажем, какие-то нежелательные модификации в ДНК, если при этом есть необходимость, если может она возникнуть. Более того, Нургуль как раз она не только использовала эту систему, она оптимизировала, она проверила это на растениях. Действительно, мы еще не вышли на какие-то полевые вещи, но на растительных объектах CRISPR-Cas 13 система, она была проверена. То есть она при этом, это модуляция температурная, вот для этого она дополнительно посмотрела, как действует как бы на общий статус растений в том плане, что ну, температура, она тоже влияет. Растение как-то, ну, температура это у нас является еще одним из направлений нашей лаборатории, поэтому мы немного понимая и забегая вперед, это сделали для проверки самого себя, чтобы не было температурного эффекта, то есть на само растение. Вот. Плюс к тому, что выдвинутая теория, что CRISPR-Cas-13, которая получена именно от этих бактерий, которые имеют определенный опцию, она действительно она подтвердила свою вещь, что при такой трансформации, при таких условиях эффективность этой системы повысилась. Более того, код трансформации, которая была сделана с P19 белком, то это еще, как сказать, и, скажем так, она подавила вирусную активность и, соответственно подавила эффективность вот этой CRISPR-Cas 13 системы. Ну и остальные вещи, о которых говорила Нургуль, которыми я затрагивать не буду. И хочу сказать следующее. Действительно, работы были проведены Нургуль полностью ей самой, начиная от дизайна, сборки и получения конкретных последних результатов. Вот. Работа выполнялась частью, основная часть это в рамках проекта, который завершен, который был успешно завершен.
Более того, сейчас данное направление получило у нас хорошее развитие, и Нургуль уже начала работать уже, скажем, с ее продолжением, которое нашло отражение именно в проекте для молодых ученых, которых Нургуль она выиграла, является руководителем, а также это является одной из тем в рамках программы, гранта программно-целевого финансирования, так называемого, большого гранта. Вот. Теперь, действительно, Нургуль сама она провела анализ всех полученных результатов, и она учитывала ту тенденцию, которая идет в, скажем, CRISPR-Cas9 истории, так я буду назвать, потому что эта история, она буквально делается, ну, очень динамично и очень быстро, поэтому приходится отслеживать статьи постоянно. Вот. Соответственно, выводы она была сделана в контексте этих нововведений, новых исследований, которые было введено. Работа была выполнена с высоким уровнем самостоятельности. Себя показала она, Нургуль, как квалифицированный, трудолюбивый, самостоятельный работник. Я считаю, что она уже состоялся как самостоятельный, то есть как настоящий ученый, и это подтверждается теми проектами, которые она выиграла, и где она является основным исполнителем. Вот. Работы, задачи были выполнены ее полностью, цель полностью достигнута, соответственно. Ну, результаты были отражены в соответствующих статьях и научных статьях, имеющих рейтинги, и материалах научных конференций, которые, ну, которые все соответствуют требованиям нашего министерства и так называемого комитета по КНБО. Да? Вот. На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Нургуль Дурабат Нурканатқызы она полностью соответствует всем правилам присуждения ученых степеней. Соискатель заслуживает присуждения степени доктора философии по специальности 6Д-05-107 биология. Ну, я от себя хочу сказать, мне повезло с таким докторантом. Спасибо, Рахмет. Спасибо. Так, ну, Ольга Владимировна, пожалуйста, для зачтения отзыва, да? С отзывом научного, зарубежного научного консультанта на диссертационную работу Нургуль Иксат по специальности 8D-05-107 биологии. Диссертационная работа докторанта Нургуль Иксат посвящена исследованию импланта, изучения сальных ингалирующих кардиопластоматов ТБС с использованием системы редакредирования. CRISPR-Cas12 постановка основных задач исследования автора логично обосновывает отсутствием детальных биохимических молекулярных исследований для комплексной разработки новых подходов к созданию места защиты растений от фитопатогенов. В работе соискатель использовал широкий спектр методов молекулярной биологии, генной инженерии. Материалы диссертации изложены хорошим языком с достаточным количеством ссылок на литературные источники. Основные положения и выводы диссертации обоснованы, аргументированы. Положения диссертации представлены на защиту, дают четкое представление о результатах. Основные результаты подробно описаны. Научная новизна проведенного исследования не подлежит сомнению, как и его значимость в теоретическом и практическом плане. Достоверность результатов исследования подтверждена большим количеством экспериментальных расчетных данных с использованием статистических методов. Выводы обоснованы. Результаты, представленных во множестве публикаций, в том числе в рецензируемых журналах, и опробированы на конференциях. В целом, с точки зрения объема выполненных исследований, новизны в теоретической и практической ценности, я искренне считаю, что диссертационная работа Нургуль Иксат полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого типа, а ее автор заслуживает степень доктора философии PhD по специальности 8D-05-107 биологии. Алекс Шевченко, ассоциированный профессор PhD, старший научный сотрудник НИИ Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Спасибо. Так, приступаем к обсуждению работы. Значит, слово предоставляется рецензенту. Бисембаев, Амангель Дакуамбаевич. Амангель Дакуамбаевич, Сергей Вердет. Это диссертация Кенесин Торакасы. Диссертация. Естіліп жатыр ма екен дауысым? Естіліп жатыр, барлығы дұрыс па?
Я был в жұмыс. Вот бұл вирус негізінен қара жарнақты да, қос жарнақты да, өсімдіктердің астық тұқымдас дақылдардың 100-ден астам түрін инфекциялайтын өте қауіпті вирус. Сонымен қатар бұл вирустардың әсер ету механизмін зерттеу барысындағы өте қолайлы молекулалық деңгейде зерттеуге қолайлы модель болып табылады. Сондықтан да бұл жұмысты мен ойлаймын теориялық тұрғыдан да практикалық тұрғыдан да алып қарағанда өте маңызды деңгейде жасалған жұмыс деп. Ал жалпы рецензияға келетін болсақ, рецензия менің 10 жоғары деңгейде бағалаймын бұл жұмысты. Рецензенттерге қойылатын бірнеше сұрақтар бар. Бұл сұрақтарға қолдан келгенше қысқаша жауап беремін. Бірінші сұрақ, диссертациялық жұмыс өсімдіктерге, өсімдіктердің вирусқа қарсы төзімділікті мақсатында вирустың ауыз көмегімен тестикас орыс жүйесінің бекітілуі атты қоландыру шеңберінде орындалған. Бұл жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады, ал оның маңыздылығы асылған аспект CRISPR-Cas қоныс жүйесін пайдалана отырып өсімдіктердегі ауа ерегетерлігі вирусына қарсы топты орнату бағытында зерттеулер жасалынған. Диссертацияның жазылу деңгейіне қарайтын болсақ, жазылу деңгейі өте жоғары, жұмыстың авторы мақсат пен міндеттерін нақты анықтап, зерттеу әдістері толығымен сипатталып, қорғауға шығарылатын негізгі қағидалардың тұжырымдары өте жоғары деңгейі. Диссертацияның өзектілігіне қатысты өзектілігі жақсы дәлелденген. Диссертацияның мазмұны, диссертацияның тақырыбына толығымен сәйкес келеді. Мақсаты мен міндеттері диссертацияның тақырыбына қойылған мақсатқа сәйкес. Диссертацияның барлық бөлімдері толығымен логикалық түрде өзара байланысты. Диссертант ұсынған жаңа шешімдер, қағидалар, әдістер тәжірибе деңгейінде дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырмалы бағаланған. Ғылыми зерттеу нәтижелері мен қағидалары толығымен жаңа деп отырған алғаш рет қазақстандықтердің рентген вирусы құрал ретінде CRISPR-Cas орыс жүйесі қолданылған. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа болып табылады. Қорытындылар зерттеу мақсатына және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес келеді. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері айтарлықтай әрі негізделген. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелер негізінде дәлелденген. Қорғауға ұсынылған қағидалар дәлелденген триллиарды емес жаңа қолдану деңгейі кең болып табылады. Зерттеудің негізгі нәтижелері 19 баспа жұмыстары көрілген, соның үстінде Scopus және Web of Science деректер базасына кіретін шетелдік да мақала. Әдістер мен әдістемелік тәсілдерді негізделген әдістеме толығымен түсінікті деңгейде сипатталған. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып салынған. Алынған нәтижелер диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттерін толығымен бағыттандырады. Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттер сілтемелерімен расталған. Пайдаланған әдебиеттердің тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Диссертант өзінің диссертациясында әдебиеттерге шолу жасау барысында 120 дерек көзді орынды журналдарды пайдаланды. Диссертацияның жоғары теориялық маңызы бар жаңа.
диссертацияның практикалық маңызы бар, және алынған нәтижелерді практикада қолдану өте бар. Практикалық ұсыныстар толығымен жаңа болып табылады. Академиялық жазудың сапасы жоғары деңгейде орнатылған жалпыға түсінікті де жоғары. Осы айтылған ойларымның негізінде сат Нұргүл Нұрқанатқызы дегенге қарсы өсімдіктердің төзімділігін анықтау мақсатында онковирустың таңдауы мен гидролизін модуляциялау тақырыбында жазылған диссертациялық жұмыстың биология мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін қойылған талаптарға толығымен сәйкес келеді деп есептеймін. Рахмет тыңдағандарыңызға, үлкен рахмет. Амангелді Куанбаевич, үлкен рахмет сіздің пікіріңізге. Жауап бересіз бе? Рахмет үлкен сізге. Рахмет. Так, онда келесі сөзді Зағипа Бейсенова да. Ол кісі бар ма? Бар, бар. Я мен осындамын. Да, пожалуйста, Зағипа Бейсенова. Кеңестің төрағасы. Сапахова, да. Бүгінгі 8.05.07 биология оқу бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Эксат Нұргүл Нұрқанатқызының патогенге қарсы өсімдіктердің төзімділігін ынталандыру мақсатында РНК вирусының селективті таралуы мен гидролизін модуляциялауға жұмысына арналған пікірім. Жалпы диссертациялық жұмыс өте өзекті тақырыпқа арналған. Бүгінгі таңда биологияның медицинаның қай саласы болмасын CRISPR технологиясы өте көп қолданылуда. Сондықтан диссертациялық жұмысты өзекті деп айтуға болады. Диссертацияның тақырыбы 5-ші ғылымның даму бағыты, өмір және денсаулық туралы ғылым, оның ішінде 3-ші және 7-ші мамандандырған бағытқа сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыс ғылыми грант қаржыландыру шеңберінде орындалған. Ғылыми жұмыстарға елеулі үлесін қосады, оның маңыздылығы жоғары. Ауыл шаруашылық биология саласы болсын, өсімдіктердің патогендерге төзімділігін арттыруда осы жүйені қолдануда маңызы жоғары. Өзі жазу деңгейіне келетін болсақ, өзі жазу деңгейі жоғары. Автордың үлесі теориялық және тәжірибелік зерттеулердің көлемін орындау, зерттеу мақсаты мен міндетін қою, әрлебе деректерге шолу, нәтижелерді алу, талқылау, сыни, талдау, статистикалық тұрғыдан өңдеу жағынан барлық талаптарға сәйкес келеді. Автордың қатысуымен 18 ғылыми мақала, оның ішінде халықаралық журналдарда 2 мақала, комитет ұсынған ғылымдарда 4 мақала жарияланған. Диссертацияның өзектілігі әдебиеттермен негізделген, мазмұнымен мақсатын толығымен айқындайды, мақсаты мен міндеті тақырыбына сай келеді. Диссертацияның барлық бөлімдері бір-бірімен логикалық тұрғыдан және толығымен өзара байланысып жүйелікке ие. Автордың ұсынған жаңа шешімдер белгілі шешімдермен салыстыра отырып, сыни баға беріле отырып бағаланған. Ғылыми нәтижелер жаңа болып табылады. Өсімдіктерде CRISPR-Cas 13 жүйесінің экспрессиясын жоғарылату мақсатында термиялық өңдеуді, яғни 37 градуста жүргізу екенін алғаш рет көрсетіп отыр. Сонымен қатар РНК интерференциясының супрессоры P19 акуозын коинфильтрация арқылы рекомбинантты PCAS13 акуозының экспрессиясының күшейтілуі көрсетілген. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа эксперимент, яғни тәжірибе жүйесінде алынып, мұқият тұжырымдалған. Барлық тұжырымдар ғылыми тұрғыдан алғанда дәлелдемелерге негізделген. Қорғауға шығарылған негізгі қағидалар, диссертанттың ұсынып отырған нұсқаулар толық талаптарға сәйкес келеді. Жұмыс барысында толығымен дәлелденген, тривиалды емес, қолданылған қағидалар жаңа, қолдану деңгейі мен аясы кең болып табылады. Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қолданылған әдістердің бәрі дұрыс таңдалған. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері молекулалық биология, генетикалық инженерия, молекулалық биология заманауи әдістерін, сондай ақ компьютерлік әдістерді қолданып отырып жасалған. Теориялық қорытындылар дәлелденген, расталған. Маңызды мәлімдемелер сенімді ғылыми деректермен сілтемелер жасау арқылы расталып отырған. Әдебиет көздері жеткілікті. Диссертацияны
диссертаны зерттеуге арналған жеткілікті болып отыр. Диссертацияның нәтижесі теориялық маңызы бар. Практикалық маңызына келетін болсақ, оның қолдану деңгейі жоғары. Жоғарыда айтып кет, патогендерге қарсы өсімдік жүйесін дамытуда қолданылады. Тәжірибе жаңа болып табылады. Академиялық жазу сапасы өте жоғары. Қарастырып отырған диссертациялық жұмыс, жазу стилі, дизайн өте жақсы әсер қалдырады. Алынған нәтижелер, сызбалар, графиктер барлығы өте әдемі анық көрсетілген. Мәтін қазақ тілінде ғылыми академиялық стилде берілген. Сонымен 8D0507 биология мамандығы бойынша ұсынылған патогенге қарсы өсімдіктердің тиімділігін ынталандыру мақсатында РНК вирусының селективті танылуы мен гидролизін модуляциялау тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың авторы Иқсат Нұргүл Нұрқанатқызы философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Рахмет сізге, Зарипа Бейсеновна. Так, пожалуйста. Рахмет, Зарипа Бейсеновна. Ешқандай басқа пікір жоқ қой. Так, ал енді жұмысты алқылау көшейік. Ойларыңыз болса, кеңестің мүшелері, кеңеске қосылып отырған адамдардың барлықтары диссертацияны талқылауға өз үлестерін қосуына болады. Мен бастап берейін, чтобы вас было, значит, CRISPR-Cas проблемасы өте 20-шы жылы ғой, деймін да, 21-шы ма 20-шы жылы модель синтезге берілген. Бірақ одан алдында да бұл жұмыстар өте қарқынды дамыды. Мен жаңа сұрап отырғаным, енді өсімдіктер жаңадан нетіп келе жатыр, ал бірақ мына клеткалық технологияда өте қарқынды дамыған. Неше сылды кітаптар бар, менде 4 томдық редактирование генов и генолов деген кітап бар. Я думаю, здесь Николай Борисович знает, значит, в Новосибирском институте патологии профессор Сурен Закьян, мой коллега, заведующий лабораторией эпигенетики, он написал вот очень большие монографии вместе со своими сотрудниками. И это направление очень активно развивается, значит, развивалось и развивалось. Там работала Елена Константиновна Хлёсткина, да, ведь Николай Борисович, который сейчас возглавляет институт Всероссийского института растениеводства, где был, где Николай Иванович Вавилов работал. То есть это направление, которое активно развивается. Почему я вот спросил специально, вы знаете эти работы, какие достижения? Вот в этом институте есть так, новые опытные станции в разных местах, где они уже, значит, я не знаю, как вот эти работы, но внедряются, вводятся. Я, поскольку очень часто ездил в то время, значит, знаком с этими работами очень хорошо. К сожалению, особенно в клеточных технологиях нужно очень дорогостоящее оборудование. И мы, например, вот для клеток животных не смогли это сделать, потому что, ну, не было такой возможности, не могли получить достаточно серьезное финансирование. Но вот тех направлений, которые я сейчас говорил и напоминал вам, там эти работы идут очень. Это не только Сколковс, Институт биологии развития, тот самый Шмаков. Не знаю, Шмакова есть такая, которая, наверное, ты однофамилец, может быть, Институт биологии развития имени Кольцова. Николай Борисович, вы знаете? Да, значит, вот, то есть эти направления в России очень активно развиваются, и поэтому я думаю, что вы, ну, хотя бы в общем обзоре, в начале делаете, к сожалению, мы, то, что сейчас делается здесь, это, конечно, это только начало. Вообще в ближнем зарубежье эти работы идут очень успешно. В прошлом году, я даже помню, в сентябре был конгресс в Новосибирском академгородке, да, CRISPR-Cas так и назывался он. Это кто проводил, Николай Борисович? Турен проводил?
Николай Борисович, у вас звук отключен. Звук включите, пожалуйста. Извините, да. Сурен Минович организовал этот конгресс, он был довольно серьезным. Кто проводил его? Кто организовал? Ян Закьян. Сурен Закьян, мой коллега, друг мой, значит, вот он организовал мощный конгресс, прямо, значит, ну, к сожалению, в связи с проблемой, которую сейчас мне сказали, что вы послали доклады, да? Вы сами не ездили, значит. Вот такая ситуация, Николай Борисович, у нас сейчас. Но, тем не менее, вот начало уже есть, уже финансируются эти работы. В августе будет ВГРС Новосибирске, и там будет один из симпозиумов, посвященный Крис-Каспу. Который в августе, В августе будет БГРС-конференция такая достаточно крупная, на которой один из симпозиумов будет посвящен как раз геномному редактированию, Крис-Касп, как раз Сурен Минасович организует. Сурен Минасович, вот наш коллега, который заведует лабораторией эпигенетики в Институте патологии и генетики. Ну, вот я говорю, 4 тома, потом он методы редактирования генов и геномов. Николай Борисович, они сидят на одном этаже. Да, и, вот он заходил где-то... Большой привет, Николай Борисович. Это я просто напоминаю не для того, чтобы, значит, а вот такие работы вы должны, особенно для молодежи, они должны знать, участвовать. Да, и сейчас они как раз некоторые новые технологии пытаются, ну, вернее, даже похоже, что у них уже получилось сделать по крестам. Да, мы с ним я договорился, значит, но когда приехал сюда, кстати, эти оборудования, это невозможно было. Все время ездить туда, это, конечно, вот, так что вот такие ситуации. Но, тем не менее, я очень рад, что вот эти работы ведутся, хоть на начальных этапах с растениями, с картофелем, там еще пшеницей, да? Так что вот такие есть. Так что я вам слово даю, чтобы вы немножко обсудили и рассказали вообще о достижениях в этой области, которые делаются в Академгородке. Я думаю, что это будет интересно не только участникам этой диссертации, а вообще всем. Потому что онлайн присутствует много народу. Вот я вижу там. Пожалуйста, Николай Борисович. Ну, в принципе, Сурен Минасович, у него основное направление – это связанное с нейродегенеративными заболеваниями. Да. То есть они выделяют, получают индуцированные плюрапатентные клетки, делают исправление мутаций, которые привели к этому. И смотрят, каким образом вот на клеточном уровне происходит изменение, формирование дофаминергических нейронов. Достаточно интересные вещи, которые у них получаются. И они довольно серьезно погружены вот как раз в методическую часть. Кроме того, скажем, того, что делается вот непосредственно в нашем институте, в соседнем институте, это Институт химической биологии и фундаментальной медицины, там достаточно детально разбираются некоторые механизмы как раз работы системы CRISPR-Cas, как раз анализируются варианты уменьшение офтагет эффектов, использование новых систем. Вот как прошлой осенью на этом конгрессе Крис-Касп Жарков делал очень интересный доклад, посвященный этой тематике. Кроме всего прочего, в нашем институте создан центр геномных исследований, Курчатовский центр геномных исследований, мы так скажем, они типа подразделение Курчатника, за счет чего нам удалось получить некоторое дополнительное финансирование для этих работ. И там как раз, значит, проводятся работы по этим системам на растительных объектах. Тоже достаточно интересно. Ну, руководит Елена Артемовна Салина этим, поэтому можете связаться с ней, пообщаться на эту тему. В принципе, да, довольно активно в Новосибирске эти тематики проводятся. Если вот так прикинуть, пожалуй, наиболее активно и наиболее результативно то, что есть у нас сейчас в Российской Федерации. По крайней мере, потому что сейчас заявляется на вот БГРС, на эту конференцию августовскую, похоже, что да. Новосибирск является интересным местом в этом отношении. Спасибо большое. Костя, вас просим, если вам это интересно. Спасибо большое. Так, пожалуйста, если есть желающие обсудить эту работу. Есть желающие?
Ну, я могу сказать пару слов, потому что действительно вот эта технология CRISPR-Cas, использование в самых разных направлениях, технологиях, это действительно очень перспективно и очень здорово. Поэтому поздравляю с хорошей работой. Спасибо большое. Так, ну если уже желающих больше нет обсуждать работу, то я думаю, достаточно серьезно, знаете, даже рецензенты без замечаний, так что действительно хорошая работа. Поэтому слово вам предоставляется. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый председатель Церковного совета, члены комиссии, уважаемые президенты, присутствующие. Очень волнительный момент, и я хотела в первую очередь поблагодарить свою семью, это мою маму, сестренку Оскара, за терпение, что они ждали, пока я сделаю свою работу. Также хотела поблагодарить вторую семью, это лабораторию СОПСИСЕЙ, в числе Рустем Тукеновича Умарова, это мой наставник, ролевая модель науки, и я очень благодарна ему за то, что он смог открыть интерес к науке и дал возможность реализовываться в этом направлении. Я надеюсь, он что-то теперь слышит. А также я хотела поблагодарить всех членов нашей лаборатории, Виктора Шахтыпа-Леоклевича Михалимова. Очень большое спасибо вам за вашу поддержку. Всегда поддерживаете, всегда советуете, как быть. Также хотела поблагодарить Аллу Арзалдаспайну, Саяна Жангазина, Асаба Кубаеву, Жангурну, моих коллег Мультур Каралай, Алназа, Розу в том числе. Также хотела поблагодарить кафедру, где я работаю. Это кафедра биотехнологии и микробиологии, а также кафедру, где я сделала докторантуру, кафедра общей биологии и геномики. Также хотела поблагодарить Институт биологии и биотехнологии растений в Алмате, Университет КАЗМУ, Национальный центр биотехнологии, также своих зарубежных консультантов Алиса Шевченко, также Сунжевский Бен-Гурион, Тамоша Саги, и также Александра Петехченко, Петехченко, Сунжевский Бен-Гурион, за возможность пройти в Комитет Европы. И также хотела поблагодарить Амангелия Лисибаевича, так, Вандаевича, Загидва Весенину, Сатвалда Алинеевича, Кабужа Павловича, Асибу Джамбуну, Айза Джамбуну, а также Николая Борисовича Рустова. Также, что вы только что говорили по поводу симпозиума в августе, мы ежегодно участвуем в таких симпозиях, отправляем работы. И это очень интересно. Спасибо большое всем. Так, пожалуйста, Ольга Владимировна, теперь, значит, приступаем к голосованию, значит. Я не могу объяснить, как происходит голосование, хорошо? Мы проводим в той же системе смарт-минут, которую вы регистрировали. Сейчас голосование не запущено, я запущу буквально через 5 минут. Вы заходите в смарт-вену, значит, соответственно, манипуляции все те же самые, что были при регистрации. Вы выбираете имя докторанта, нажимаете на зеленый квадрат в правом верхнем углу, на котором белый щит. И, значит, перед вами открывается вот такое окно. Вы видите, проведение защиты написано. Значит, у меня убедительная просьба начать с того, что скачать пароль. Он не нужен для голосования непосредственно, но он нужен будет вследствие, если вдруг, дай бог, возникнут какие-то технические проблемы, чтобы посмотреть, как голосовали вы. Хорошо? Потому что голосование анонимное, у меня как бы не будет доступа к вашему аккаунту.
И поэтому прошу, пожалуйста, нажать вот, скачать пароль. То есть здесь ничего не нужно, просто нажимаете скачать пароль вот сюда. Вот. И он автоматом скачает PDF-файл ваше загрузка. И ничего вообще больше делать не надо. После того, как вы выполните эту манипуляцию, вы можете проголосовать за работу. Будет 4 варианта ответа, они будут представлены здесь. Соответственно, первый присудить, второй направить диссертацию на доработку, третий направить на повторную защиту и четвертый отказать. Да. Вы, соответственно, выбираете тот ответ, который считаете необходимым, например, присудить степень доктора философии. Вот вы нажимаете, видите кружок рядом с этим ответом, и нажимаете обязательно слово «проголосовать». Ваш голос уходит в базу. Я впоследствии оглашу результаты голосования. Хорошо, коллеги, итак, процедура следующая. Заходим в смарт-вину. Скачиваем вначале пароль. Голосуем, нажимая на кружочек вот сюда. И «проголосовать» нажимаем. Есть какие-то вопросы? А, скажите, пожалуйста, надо обязательно скачать, да? Пароль. Да, желательно. Открывать не надо. Ну, открывать ничего не надо. Это на случай технических неполадок. Так как она супер такая вот закрытая, позволяющая как бы отследить ваше голосование, мы вот, ну, если что-то возникнет, мы не сможем понять, у кого были проблемы. Только как страховка. Вот их надо будет скачать. Это такой факт. Окей. Я тогда запускаю голосование, да, коллега? Голосование запущено, коллеги. Пожалуйста, вы можете голосовать. Просто нажать надо еще. Открывать не надо. Да, сюда. Нет, это на цифру. Нет, я все с этим не вижу. Вот это у меня. А. Семь человек уже проголосовало. Как они у вас быстро? Да, мы не озвучили очень важную мысль, вы не голосовали, не голосовали. Уже апеллирован, да. Да, я ну, запись. Да, скажем, да? При голосовании я озвучу. Да, да, обязательно. Я не голосовал. Это у меня никогда не было проблем этот раз. Так, у вас сейчас. Проблемы, да? Да, вот что-то так. Я потерял, по-моему. Денеевич, вы зашли? В саму систему смарт-вину зашли? Сейчас я попробую. Ага. Вы заходите точно так же, как при регистрации. Повторяю абсолютно все этапы. У меня на экране было, и вдруг смотрю, исчез. А, вообще без меня. Попробуйте еще раз прийти. Это Янук не затронул по логин? Или только номер? Нет, 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 только номер. Только номер. Вот плюс. Только номер пишет. Без Януки, да. Без собачки. Без собачки. Ну, Владимир, я проголосовал? Да, вы проголосовали, Владимир Евгеньевич, спасибо большое. Ага, все, все закрываю тогда.
Диссертация. Докторант, карточка докторанта. Еще раз надо. Вниз выберите Нургуль. Еще вниз. Вниз, не бойтесь. Вниз, она старается. Может быть, защита. На нее скиньте прям. Теперь вверх чуть-чуть поднимитесь. На. Ага. Так, оно здесь должно у вас быть вот. Зеленый, да. Нажмите, пожалуйста. Не-не-не. Правильно? Проголосовать за, правильно? Угу. Да. Застряла. Зависла? Ага. Коллеги, мы все проголосовали, дайте мне буквально 5 минут, я выведу на экран. Да, слово Сергей. Коллеги, итак, мы с вами видим результаты голосования. Сегодня было 10 человек в составе диссертационного совета. Но я хочу как бы акцентировать внимание на том, что Дарсалык Кайырбекович Масалимов является руководителем научным консультантом, докторантом ИКСАДНУ, был апеллирован, и он не принимал участия в голосовании. Поэтому 9 человек было зарегистрировано. 9 человек проголосовало. Из 9 человек 9, как вы видите на экране, проголосовало за присудить степень доктора философии Эксад Нургуль. Так, значит, все 9 человек проголосовали. Так, поздравим вас, значит, с присуждением степени доктора философии. Но чтобы окончательно было, давайте мы примем заключение, да? Уважаемые коллеги, у вас заключение нашего заседания, значит, по работе, пожалуйста, какие будут предложения? Принять за основу. Принять за основу, да? Хорошо, спасибо большое. Тогда, значит, есть такие моменты, которые мы... Восьмой пункт особенности. Диссертация Ирижелери, Сипатка, значит, характеристика. Так, пожалуйста, 8-8-1-1, значит. Пол Даймс. Спасибо, да? Так, 8-2. Но, значит, нәтижелері жаңа болып табылады. Дұрыс. Так, 8-3. Құндылығы. Диссертацияның жұмыс нәтижелерінің құндылығы жоғары. Жоғары. Так, диссертация тақырыбының жоғары зерттеуін байланысты. Тақырып үргелі зерттеулер бағдарламасына салалық бағдарлама ғылыми ұйымдардың жоспарларын енгізілген. Yeah. Дұрыс.
Гельзет Тюлертон Батрамус, 8-4-1, все вместе так. 8-5. Қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін енгізу пайдалану деңгейі және қолданбалы маңызы бар диссертация нәтижелерін кеңейту бойынша ұсынымдар. Өндіріс салалары бойынша кеңінен пайдалану талап етіледі. Өндіріс салалары дейік, да? Қолдаймыз. Қолдаймыз. Сонда, значит, вот все просто то, что принять вот это заключение, прошу проголосовать. Так, мы вас всех видим здесь тоже. Значит, кто воздержался, кто против? Единогласно. Спасибо большое. Нургуль Айналайн, теперь мы вас от имени Совета поздравляем, значит, и вразить с присуждением степени философии. И желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. Жұмыстың ғылыми жетекшісіне тоже. Так, уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за участие в работе совета. Ну, вы видите, что мы, значит, согласно положению все это делаем, поэтому если какие-то шероховатости, то просим извинить. Я специально старался сегодня вести так на двух языках, потому что, чтобы было понятно, потому что значит, Николай Борисович, огромное вам спасибо за вашу поддержку постоянную и вот за это, потому что одно ваше присутствие уже, значит, нам дает силы. Я не говорю же о наших коллегах, которые здесь работают. Вот с вами вы на экране видите, значит, Амангельды, Симбаев, Джан Бакин, профессор. Они в этой области работают, являются очень большими специалистами. У нас есть два института по биотехнологии. Вот оба института возглавляются Абылым Жапарычем Жамбакиным, значит, Институт биологии и биотехнологии растений. А Амангельды Куамбаев возглавляет Институт проблем биологии и биотехнологии, который функционирует в институте, в Казахском национальном университете. Ну, история... Пожелать им больших дальнейших успехов. Да, 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 вот я тоже, значит... Недавно этот университет отметил 90 лет, и вот этот институт, ну, он существует на грантах, он, кстати, не такой самостоятельный институт, но он правительственным постановлением был создан, я еще будучи, когда я был деканом, я инициировал, и вот это все функционирует. Так что спасибо всем вам. Я не говорю о Сатвалда Генеевиче Джатаеве. Он тоже у нас все время присутствует в наших работах, ну, время от времени. И новых членов наших сегодняшних, значит, я хочу и Виктор Вайзат поблагодарить, Султабаева Герем Давлет, за Сапаху, за Гипмисену. Всем вам огромное спасибо за участие и за поддержку наших докторантов. И пожелать им больших успехов в будущем. Ахмед, Ольгу Владимировну тоже хочу поблагодарить, потому что она... Или дышит, или сидит. Но ответственность такова, что она, значит, сама лично провела, проводила сегодня, значит, Светоля. Спасибо вам тебе тоже большое. Да. Рахмет, табыстар тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Амангелді, сен қолын кесіп, қазір сөйлесейік, деді, значит. Всего доброго всем. Да, все.